товарищ. Спасибо, садитесь. В самом начале наших занятий мы с вами выяснили вопрос о том, что первично, что вторично, бытие или сознание. Выяснили, что первично бытие, сознание вторично. Надо сказать, что решение этого вопроса еще не предопределяет рассмотрение общественных проблем. И надо сказать, что такой выдающийся философ, как Георг Вильгельм Фридрих Гегель, когда он пытался диалектику непосредственно применить социальным вопросом к общественной жизни, он потерпел фиаско. Ярким примером является его работа «Философия права». Значит, пытаясь вывести право, так сказать, напрямую из использования своих диалектических категорий, Гегель не построил стройной научной системы. Есть у него там интересные верные положения, а в целом все дело склоняется к тому, что, дескать, вот есть идеальное государство, это прусская монархия конституционная. И вот, собственно говоря, к этому и сводится весь вопрос о праве. А почему? Потому что вопрос должен поставлен быть еще второй раз о бытии, о сознании, но уже об общественном бытии и об общественном сознании. То есть вопросы взаимодействия общественного бытия и общественного сознания. Вот этому и будет посвящена сегодняшняя лекция. Взаимодействие общественного бытия и общественного сознания. Взаимодействие общественного бытия и общественного сознания. О чем должна пойти речь? О применении материализма к решению социальных вопросов. Вот если мы идеализм применяем к истории, что мы получаем? Идеализм применяем к истории. Если мы стоим на идеалистической точке зрения и применяем идеализм к истории, что мы получаем? Исторический идеализм. А если материализм мы применяем к истории, что мы получаем? Исторический материализм. И выбора здесь никакого нет. Вот сейчас некоторые товарищи печалятся. Одни о том, что неразвернутые исследования исторического материализма и применения, другие по поводу того, что как раз применяется еще исторический материализм. Но на самом деле выбор-то здесь очень ограничен. То есть либо это последовательный идеализм, примененный к истории, тогда это исторический идеализм. Выдели какого-нибудь, хоть одного исторического идеалиста, который бы объявил себя историческим идеалистом и гордился бы этим? Я не видел. То есть на практике они могут выступать именно в таком амплуа. Но чтобы кто-нибудь, человек вышел и сказал, я вот исторический идеалист, сейчас буду вам излагать. Таких нет. А есть путаники. Путаники, которые в одном вопросе стоят на идеалистической точке зрения, в другом вопросе на материалистической точке зрения. И, так сказать, вот это кашеобразное представление передают тем, кто, так сказать, их воспринимает. Это же диалектика. Что? Это же диалектика. В одном вопросе не это не диалектика, это каша. Эклектика. Знаете разницу эклектику и диалектику? Эклектика – это вот вы нарубите, мелко нашинкуете всякие идеи, и вместе их соберете, и будет эклектика. А диалектика предполагает собой встроенную научную систему. Такую, что в ней есть начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Вы можете истолковывать, скажем, диалектику Гегеля идеалистически. Вы можете ее истолковывать материалистически, но вы не можете ее просто взять, на куски разодрать и не принимать во внимание связь тех категорий, которые развиваются от более простых к более сложным. Ну вот, для того, чтобы вопросы взаимодействия общественного бытия и общественного сознания рассмотреть, надо сначала ввести некоторые категории,
которые для присутствующих, ну, скажем, не то чтобы незнакомы, а даже и известны. Но, как это часто бывает, известно еще не есть от того познанное. Вот. Первое, что мы должны сделать, это разобраться с тем, что такое производство. Потому что общественное бытие – это общественное производство. Общественное бытие – это общественное производство. А что такое производство? Кто-нибудь может сказать? Слышали про производство? Бытие. Слышали? А? Это общественное бытие. Так это вы переворачиваете то, что я сказал. Что такое голубое бревно? Это бревно голубое. Это вы? Это ваш ответ? А? Как не подкопаюсь? Я подкопался. Это тавтология. Тавтология – повторение одного и того же тавтологии. Вы нас не продвигаете ни на шаг. А раз вы нас не продвигаете, а время затратили, значит, вы затратите время без какого-то полезного эффекта. Это торможение нашего развития. Так что подкопаемся. Так вот, что такое производство? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, давайте зададимся более простым вопросом. А что такое труд? Кто скажет, что такое труд? Труд что такое? Ну вот, рано или поздно, они не позднее третьего курса и не раньше, вы будете изучать курс «Социально-трудовые конфликты в современной России». А вот труд что такое? Осознанные действия. То есть, если сзади на что-то направлено, если сзади подходит человек с топором и бьет вас по голове, это осознанные действия и направлены на то, чтобы, так сказать, у меня голова раскололась. Спасибо. На добычу ресурсов. А? Добычу ресурсов. На добычу ресурсов. Вот те, кто в шахтах, те трудятся, а те, кто на поверхности, те не трудятся. На добычу ресурсов. На добычу мы пошли. Полезно. Добывать. Вот охотники, они на добычу ресурсов идут. Да, рыбаки на добычу ресурсов. Ресурсы, они же разные бывают, не только материальные, информационные, все эти разные. Во, информационные ресурсы. Ну вот для того, чтобы мы разобрались, так сказать, с другими вещами сначала, надо все-таки очень четко всегда разделять. Разделять три вида деятельности человека. Всего их существует три вида. И легко очень разделить. Один вид деятельности направлен на преобразование природы, непосредственно на преобразование, а посредственно все участвуют в этом, все. Вот вы меня послушаете, вдохновитесь и чего-то начнете копать. Это получится, что я участвую в скобке огорода, если вы этим будете заниматься. То есть участвуют в производстве материальных благ, то есть в деятельности, направленной непосредственно на природу, очень много людей. А та деятельность, которая направлена непосредственно на производство материальных благ, отличается от той деятельности, которая направлена непосредственно на человека. Как вы знаете, деятельность, которая направлена не на природу, кроме человека, а на человека? Парикмахер. Что является непосредственным предметом его труда? Голова. Преподаватель. Что является непосредственным предметом его труда? Голова. Голова. Так? Боксер. Стоматолог. Что является непосредственным предметом его деятельности? Опять голова только. Стома – это рот, да? Дальше поехали. Любой медик. Его деятельность направлена тоже на человека. Всякая деятельность, которая направлена непосредственно, здесь ключевое слово – непосредственно, то есть между ним и другим, и тем, на кого направлены деятельность, второй человек не стоит. Если я стою и даю указание вам копать, вот стою уже три часа, стою, мы-то втроем стоим три часа, и никак не можем понять, почему вы за два часа не можете вдвоем выкопать канаву. Вот если мы стоим и не можем понять, то мы непосредственно этим не занимаемся. А те, которые непосредственно роют, они непосредственно преобразовывают природу. Не только добывают, а преобразовывают ее. И третий вид деятельности. Мы с вами знаем, что такое сознание? Что такое сознание? Вот вы там информация. Информация относится к сознанию или к бытию? Ничего не знаю. Ничего не знаете. Но если вы на экзамене скажете, ничего не знаете, это два, имейте в виду.
Потому что не могу же я человеку дать три поставить, он приходит и говорит, я ничего не знаю. Так это значит, я тогда этот как бы преступник уже? Оно есть. В войне преступник. Вот, видите, уже знаете. Уже есть. А где оно есть? В сфере сознания или в сфере бытия? Информация. В сфере бытия. Информация. Но это сфера сознания или сфера, или это материя, информация? Материя. Интересно. Я вам говорю, 2.16, 38, 43. Где тут материя-то? Это информация есть? Или жена говорит мужу, ты, я сейчас на 15 минут иду к соседке, а ты через каждые 2 часа помешивай суп, чтобы он не сгорел. Михаил Васильевич, это номер вашего домашнего телефона, да? Да. Как вы догадались? Смотрю, вы очень прозорливый, да. Ты записала, ну? А она и записывает, не надо запоминать насмерть сразу, все. Ну, я думаю, не дышать, а мы вопросы задавать. То есть бывает информация какая? Это информация, которая представляет собой некое упорядочение, а какая-то информация, то правда, информацию и знания вы различаете? Вот 2×2 = 7, это информация? Да. Ну вот. А знание какое у вас насчет 2×2? А где-то вот только 3, 5, что-то, да? Это так. То есть мы с вами различаем знание и информацию. Информации много, а знаний мало. Я вот сразу, вот, ну кто у нас не слышал слово труд? Смешно даже, все слышали. А кто не слышал слово производство? Вот я спрашиваю, а что такое труд? Нет, то есть это... Не то, чтобы вы совсем никаких представлений не имеете, но вы хотите получить точное научное понятие, правильно? Поэтому вы, так сказать, сгоряча не отвечаете. Ну что, ну что? Вы обманули. Это не ваш номер. Это мой номер, но я никогда этот телефон не беру. Ты уже звонишь, что ли? Это телефон для таких, как вы. Сейчас дома нет, не завтра. Это неверный номер. Давайте лучше я научу вас, когда вам звонят. А вы не хотите убрать. Вот звоните мне. А, не слышу. Какая Маша? Не, не слышу. Еще будете звонить? Что? Не надо бояться звонков. И телефоны все известны, 100 рублей стоят. Недавно я в метро ехал, продавали базу. Ой, я купила. Хотите показать? Вот, а что тогда вы спрашиваете мой номер телефона? Странно. У него целая база. Сколько вы моих телефонов знаете? Один или три? Я за 300 рублей купила, а не за 100 рублей. Ну, да, вас посмотрели, думаете, из нее надо взять 300 рублей. Так. Итак, значит... Три вида получилось деятельности у нас, три вида всего. Это первое, это непосредственно направлено на преобразование природы. Вторая деятельность непосредственно человек, она называется услуга. Услуга, медицинские услуги, услуги образования и так далее. Парикмахерские услуги. И третий вид деятельности, это деятельность непосредственно направлена на преобразование форм общественного сознания. Деятельность художника, поэта, писателя, ученого. Ученого, в отличие от преподавателя. Потому что ученый не занимается, так сказать, передачей знаний. Его задача в том, чтобы открыть новые знания, правильно? Добыть новые знания. Добытчик, как вот вы говорите. Он сидит и добывает. Преподаватель услугу оказывает? А преподаватель услугу, конечно. Так он участвует в развитии. Я участвую. Вот. Образовательная услуга – это раз не участие в развитии. Я вам услугу оказываю. А вы за эту услугу платите, если вы по платной форме, университету большие деньги. Так? Это платная услуга. Но это не означает, что если это услуга, за нее обязательно надо платить. Правильно? Совсем не обязательно. Это второй вопрос. Платная, неплатная. Сейчас вопрос о другом. Что за вид деятельности? Ну, это вот... позволяет нам остановиться на определении труда в политико-экономическом смысле. Если мы под трудом будем понимать вообще любую деятельность, то это будет неверно, потому что
Труд – это полезная деятельность, а вредная деятельность – не труд, а вредительство. Правильно? Вот вы крутили-крутили ручку и сломали. Это не труд. Если вы сломаете, крутил, вертел, и раз, и все. Это будет, не будет трудом. Хотя это непосредственно будет преобразование природы. Да. Особенно если в сердцах сломаете, все равно не будет трудом. Так вот, труд в политико-экономическом смысле – это, во-первых, полезная деятельность, а все вот эти виды деятельности полезные, они могут не относиться только к сфере преобразования природы, да, и услуга полезная, и переработка информации полезная, деятельность. Какая полезная деятельность называется трудом? Полезная деятельность, которая представляет собой обмен веществ между человеком и природой, это я приближаюсь к вам уже, чувствуете? Между человеком и природой, в ходе которого обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспосабляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Иногда не нужно добывать, иногда нужно просто преобразовать то, что уже есть на поверхности. А? Еще раз. Целесообразная деятельность по преобразованию природы, обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспосабляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Целесообразная деятельность по преобразованию природы, обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспосабляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вот для того, чтобы люди жили, чтобы существовал род людской, надо, чтобы кто-то из людей преобразовывал природу и создавал материальные блага, которые обеспечивают нам пищу, одежду и кровь над головой. Это вечное условие человеческого существования. Какими бы важными, полезными, нужными ни были все остальные виды деятельности, вот эта деятельность первична. Первична. Надо сказать, что вот эта мысль очень глубокая и простая в то же время. Она не очень-то и усвоена, потому что некоторые говорят, что вот сейчас наука становится непосредственной производительной силой. Вот я ученый, доктор философских наук, у меня опубликованы 283 работы, 15 монографий. Сейчас смотрите, у меня изо рта будут жареные рябчики выскакивать. А вам ваше дело будет хватать и прямо их потреблять. Это будет непосредственная производительная сила, непосредственно. Непосредственно я произвожу материальные ценности? Нет. Можно поэтому сказать, что вот труд людей в сфере материального производства – это необходимое время общества. А труд или деятельность людей во всех других сферах – это время уже свободное время общества. Свободное не в том смысле, что ничем не заняты, а свободное в том смысле, что оно свободно от материально-производительного труда с развитием техники, с развитием производства, с ростом производительности труда. Рабочее время общества сокращается, свободное время общества увеличивается. То есть человечество, общество свободно в той степени, в какой оно все меньшим количеством труда умудряется обеспечить все большее количество, скажем, населения и удовлетворение его потребностей. Сразу скажу, какое есть общее определение свободное время не применительно к обществу, а применительно к человеку. Что такое свободное время? Вот в нерабочее время это свободное? И когда вы едете в автобусе, там и все набито битком, это свободное время? Нет? Когда вы картошку чистите, это свободное время? Когда стираете, это свободное время? Посуду моете, свободное время? Нет? Когда вы спите, это свободное время? Ну, наверное, если сон хороший. Нет. Значит, в нерабочее время, это вот просто все время суток минус рабочее время. Но свободное время составляет только часть нерабочего времени, и не очень большую. Определение свободного времени
звучит так. Свободное время – это время для свободного развития. Ну, вы сейчас развиваетесь или нет? Или деградируете? Надеюсь, что развиваюсь. Если надеюсь, то я надеюсь, что у вас свободное время. И вы надеетесь. А если, скажем, не получается этого развития, тогда это, хотя развитие может предполагать трудности, преодоление там каких-то препятствий и так далее. Если не получается это, скажем, спорт, это свободное время, он предполагает преодоление трудностей, борьбу, но это физическое развитие человека, правильно? Почему говорят физическая культура? Что? Да, то есть иногда бывает. Нет, дело не в том, что вот он за деньги или не за деньги, но дело в том, что когда он за деньги, бывает человек, так сказать, идет на некоторые жертвы, на повреждения, да, на ухудшение своего здоровья, это уже не развитие. Под развитие здоровья это не попадает. Он, так сказать, где-то получил какие-то деньги получил и, так сказать, как инвалид, потом доживает свой век. Что вы хотите иметь? $1 000 000 и ходить без ноги? Или 100 рублей, ходить с двумя ногами. Ну, выбирайте. Значит, понятно, что такое свободное время. Вот вы смотрите телевизор, это свободное или нет? Это зависит от того, что вы смотрите. Правда? То есть, если вы смотрите то, что способствует вашему развитию, это свободное время. Но современный, так сказать, телевизор показывает, как и всегда, в какой-то мере, какие-то передачи способствуют развитию, а какие-то совсем не способствуют. Почему говорят? Развлекательные. Надо вас развлечь, отвлечь. От чего отвлечь? Почему? Что у вас тоска такая зеленая? Бедные студенты, надо их развлечь, а то они грустные сидят. Отвлечь их от изучения, а то они станут шибко умными. Пусть они посидят, как говорят, побалдеют. А если побалдеть, будешь кем? Балдой будешь. Да, хорошо еще. Меньшой балдой, а не большой балдой. А вот у вас сейчас было свободное время или рабочее? Сейчас рабочее, должно было быть. Нет, вот сейчас вот мы когда занимаемся, мы сейчас только что выяснили, что свободное время – это время для свободного развития. Поэтому здесь кто сидят? Для свободного развития. Да, для свободного развития. Вкладывайте, конечно, свободное развитие. Да, свободное развитие. А вы слово «свобода» знаете, что такое, не? Нет. Сейчас разберемся. Давайте. Сейчас разберемся. Иначе непонятно, я согласен. Так вот, если считать, что все здесь присутствующие сейчас свободно развиваются, то это свободное время. Вот они занимаются, пишут, трудности преодолевают. Это свободное время. Но для развития. А развитие – это легкий процесс. И физическое, и умственное – это очень тяжелый. А дома, когда вы сидите, никто на вас не смотрит и, так сказать, не назидает, вот как здесь в ВУЗе. А вы сами занимаетесь. Разве это не развитие? Развитие. А это не означает преодоление там целого ряда трудностей. Означает. Значит, надо определить, что такое свобода. А может, кто-нибудь знает, что такое свобода? Вот осознанная необходимость. Берем за предпосылку то, что вы сказали. И представим себе такую ситуацию. Вот человек украл 100 рублей. Тысяч только. 100 тысяч рублей. Его поймали, судили, посадили в тюрьму на 7 лет. Он очень был возмущен тем, что его посадили. Вот. Но пока он сидел, он, значит, прочитал там хорошее место для того, чтобы внимательно сидеть читать. Не, он освоил Энгельса, что свобода есть осознанная необходимость. И вот вы уже освоили, вам даже и садиться не надо. Вы уже сейчас знаете, что это осознанная необходимость. И когда он это освоил, ну там вы более глубоко можете освоить. Когда он это освоил, он понял, что воровать нехорошо, первое, что правильно его посадили. Два. И вот когда он осознал, в соответствии с вашим определением, вот он через 2 года это осознал, 5 лет он сидит свободно. Да? Да. Вот так получается. Но надо различать суждение о каком-нибудь предмете от определения. Например, если я скажу, что вы есть твердое тело, это ваше определение? Ну, я грубо не буду говорить, как я бы сказал, что кто-нибудь съест бревно. Зачем? Я так не говорю. Но я, например, твердое тело. Если меня вот туда бросить, то я полечу вниз.
Я не обязательно, это не в отношении вас. Любой из нас представляет собой твердое. Хотя мы на 80% состоим из воды, но все-таки. Почему говорите твердое? А какой же еще? Ну вот вы прыгнете, и вы поймете, что вы не твердое. Нет, это как. Пока я живой, я твердое. А когда я не живой, меня не интересует вопрос о твердом и жидком. Я не понимаю, зачем тогда вам употреблять слово твердое. Потому что есть твердые тела, есть жидкости. Вы жидкость или твердое тело? Ответьте прямо. Если я стою на 80% из жидкости, наверное, я жидкость. Да? Или как да? Вообще судите? Если вы на 80% вы жидкость, и вы жидкость? Понятно. А если вы в жидкость накидаете 60% опилок? Да. Что вы будете твердым телом, да? Твердо жидкость. Нет, брат, так просто из количества это не выводится. А это выводится из другого. Так. Это относится к физике, я на этом останавливаться не буду. Я предполагаю, что вы физику изучали без меня и получили положительные оценки. Зачем я буду к этому обращаться? Так вот, Маркс определял свободу так. Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Господство над обстоятельствами, сознанием дела. Здесь присутствует этот момент осознания необходимости. Ну вот если я хочу господствовать над обстоятельствами, но закон Кулона я должен соблюдать, закон всемирного тяготения я должен учитывать, и другие, так сказать, законы, которые есть в жизни. То есть если у меня сейчас вот возникло желание господствовать над обстоятельствами и пройти насквозь через эту стену, то не надо пробовать, так сказать, чем это дело закончится для меня. Но, вот скажем, если идут военные действия, как шли в Кёнигсберге, если надо пройти через стену, и у вас есть граната, то вы с помощью гранаты господствуете над обстоятельствами, бросаете гранату, пробиваете брешь и проходите. А если обстоятельства господствуют над вами, хочется это, а обстоятельства вынуждают вас делать не то, что нужно для вашего развития, а что-то другое. Это свободное время? Это свобода? Нет, это не свобода. То есть не свобода – это невозможность господствовать над обстоятельствами. Противоположность свободы – это господство обстоятельств над человеком. Так сложились обстоятельства, что я туда не могу пойти. Так сложились обстоятельства, что я не могу это прочитать. Так сложились обстоятельства и так далее. Обстоятельства складываются не во всем в зависимости от нас. Правда? А во многом независимо от нас. Как некая необходимость, как суровая иногда необходимость. Теперь понятно, что такое свободное время? Для свободного развития. Понятно, что для свободного развития, а если вы не ели, не пили, не спали, как вот вы... Как говорят люди, говорят, до обеда он боролся с голодом, после обеда со сном. Вот и все свободное время. И нет свободного времени. Ну, конечно, что такое свободное развитие. Ну, вы знаете, что такое развитие, значит, что такое свобода. Из этих двух понятий вы можете получить сложное уже понятие свободное развитие. Университет на свободное развитие. Конечно, у вас свободное. У вас даже можно и не развиваться на это. Не хочешь, не развивайся. У нас не только развитие свободное, у нас и не развитие, и то свободное. Так, вопрос есть? Нет? Нет. Ответ есть. Хорошо. Значит, мы с вами знаем, что такое свободное время общества, и знаем, что такое необходимое время общества. Необходимое время общества – это время, которое приходится обществу затрагивать, и затрачивать на непосредственно на производство материальных благ. Значит, этим занимается только часть людей в обществе. Такого развития общества, при котором бы все в какой-то мере этим занимались, и в какой-то мере занимались бы другими видами деятельности, скажем, услугами или, так сказать, умственным трудом, такое время пока не наступило, как вы знаете. Хотя Энгельс, например, говорил, что вот при коммунизме никто не будет перекладывать на других свою часть производительного труда. Так. Значит, что такое труд, мы знаем. А труд – это производство или нет? Нет, это деятельность. Да, труд – это определенная деятельность. Потому что я вот представьте себе, что я копаю землю. Я могу копать. При первобытном общинном коммунизме, ну, там лопаты не такие, и они не лопаты. Мотыги. То же самое могу сделать при рабовладении, то же самое при феодализме, то же самое, что при капитализме, при коммунизме и так далее. То есть
А производство? Производство разное же и по-разному устроено. Правильно? Способы производства отличаются. Для того, чтобы видеть это отличие, нам нужно дать определение производства отдельно. Определение производства довольно сложное и глубокое. Производство. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот как мы с вами уже и действуем, и вы уже на это настроены, что надо, если мы что-то записываем, надо знать все слова, все понятия, которые там присутствуют. Правильно? Тогда мы можем понять и это определение. Производство есть процесс. Кто знает, что такое процесс? Становление. А? Процесс что такое? Становление. Ну, становление как раз не процесс, там времени нету. Понятие становления, времени присутствует. А? Некое длящееся действие. Некое длящееся действие. А если не действие? Если река течет, там есть наше действие с вами? Нету? А почему наше? А чье? А чье это действие? Это процесс. Но это действие воды. Вода. Вы ее очеловечиваете. Река действует. Река поет. Река журчит. Природа. Природа действует. Природа действует или чудо действует. Процесс не обязательно, это действие. Всякое действие есть процесс, но не всякий процесс – это действие. Потому что бездействие тоже процесс. Время идет, а вы ничего не делаете. Это процесс безделья. Так. Безделье – это и есть действие. Нет, безделье – это вот, если вы возьмете Уголовный кодекс, там всегда во многих статьях написано «действие или бездействие, которое привело к тому-то и к тому-то, наказывается на срок столько-то лет». Совсем разные области. Области разные. Одинаковые понятия используются в разных областях. Русским языком приходится пользоваться во всех областях. А вы что, в другой области не по-русски будете говорить? По-японски? На чем разговор? Вдруг вы доказываете, что это разные. Еще бы не хватало, чтобы в разных областях нельзя было пользоваться русским языком. Или немецким, если это немцы. Или японцам, если японцы это рассказывают. Значит, процесс это изменение какого-либо явления. Вот это процесс. Изменение во времени. Изменение во времени какого-либо явления называется процессом. А где же безделье? Что? Только вы когда бездельничаете, у вас все равно сердце работает, легкие работают, и все зря. А изменение идет. Вы стареете, вы ничего не делаете, а становитесь старушкой. Вот ваши изменения. Вы присмотритесь к себе и увидите, что если вы бездельничаете, то это вы поумираете просто, ничего не делаете. Ускоренно причем умираете. Это же тоже действие, умираете. Чье действие? Это действие не ваше. Это действие, это, так сказать, злой рок над вами совершает соответствующее. Злой рок, а никто не совершает. Да. Ну, конечно. Почему злой? Ну, потому что вы умираете, когда вы ничего не делаете. Плохо, что ли? Кому? Ну, когда я делаю, я не умираю. Ну, кто-то, например, ждет, когда я умру, говорит, отмучился, говорит, никто не спрашивает, экзамены никто не принимает. Когда же придет это время? Может быть, для вас это и добрый рок. Я не утверждаю, да, это может быть и такой. Они добрые или злой. Понятие добра тоже связано с понятием развития, а не с понятием угасания и деградации. Или вы считаете, я угасаю, деградирую, что ли? Ну, а как вы думаете, расцветаете, что ли, если вы умираете? Ну, я уже начинаю умирать. Мы с вами вернемся к этому вопросу, когда вам будет 83. Ведь вы тогда узнаете, вы там расцветаете, или вы, так сказать, в чем-то вы можете расцветать будете. Так, потому что процессы противоположные действуют одновременно. Ну, это понятно. Вот, раз есть одновременное действие,
Ну, само по себе, но вот хороший, один, плохой, да? Но один взятый, один прогрессивный, другой реакционный. Мы же с вами это уже разбирали. Вы нас возвращаете назад. В развитии какие есть? Две противоположные тенденции. Одна от низшего к высшему, от простого к сложному, а другая прямо противоположная. Регрессивная или реакционная. Чего вы нас возвращаете к пройденному? Это говорит о том, что вы не усвоили. Это да. Но вот если это не просто, а если это топтание на месте, это мешает учению. Давайте двигаться вперед. Мы опираемся на то, что мы уже изучили. Мы тоже двигаемся от простого к сложному. Так. Производство есть процесс. Присвоение. А присвоение, вы знаете, что такое? Я даже боюсь предполагать. Трус. Боится предполагать. Чего вы боитесь? Такой человек, я думал, вы смело сейчас пойдете в атаку, а говорите, я боюсь. Ничего себе. А кто тогда не должен бояться? Я осторожный. А, вы осторожный. Это другое дело. С опаской подхожу. Так что такое присвоение? Вот я, например, не смелый человек. Беру вот телефон, не мой. И в тюрьму. Тихо. Опускайте руки, сейчас ответственный момент. Вот это вот я сейчас беру телефон, сейчас начну звонить. А превращение, так вот присвоение – это превращение в процесс моей жизнедеятельности, своей жизнедеятельности. Вот если я буду звонить по вашему телефону, я его присвою. Ну, на время хотя бы. А потом я, так сказать, забыл вам отдать и положил в карман. И продолжаю его использовать как процесс своей жизнедеятельности. Вот когда я хожу с вашим телефоном, это называется, выражается категорией владения. Что такое владение? Не знаете? Процесс. Не любой процесс называется владение, это фактическое господство над вещью. Вот видите, телефон ее, а форточка открыта. Кто сейчас владеет телефоном? Ответьте мне на вопрос. Кто? Я или она? Скоро будет форточка. Форточка. Если вот это владение закрепить общественными отношениями, вот если все, кроме вас, скажут, что это мой телефон, а вы пойдете жаловаться на меня в деканат, все скажут, ну надо же. Вам не стыдно, подозревая профессора, что он у вас украл телефон. Да вот спросите любого студента. Ну скажите, чей это телефон? Ваш. Ну и, конечно, это ясно, кто мой. Вот если закрепятся такие отношения, то это будет уже не владение, а собственность. Это вот мы одновременно заодно. Заодно выяснили, что такое собственность. Собственность – это общественно закрепленное владение. Общественно закрепленное владение. Я вам не формулировку точную собственность сейчас даю, а, собственно говоря, понятие собственности, чтобы можно было сразу ее отличать. Я возвращаю вашу собственность, и вы снова владелец этого телефона. И можете, а, пользоваться, то есть удовлетворять потребности с помощью него, б, распоряжаться, передавать. Вы могли бы и передать. Возьмите, покажите там с помощью телефона. Что вы там хотели сказать? Так, распоряжаться. И пользование, владение, распоряжение – это тоже какие-то моменты собственности. Но собственность, вот если брать ее точную формулировку, это отношение субъекта, можете записать, к объективным условиям производства, как к своим. Отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Записали? Собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Кстати, а можно вопрос, а где здесь общественное закрепление в этом определении? А вот сейчас мы увидим. Вот скажите мне, вот вы записали определение? Скажите, пожалуйста, у вас на вашу голову собственность есть? У вас на вашу собственную голову собственность есть? Да. А что с вашей головой? А что с вашей головой? Все нормально? Уже не уверен после ваших фраз. Я тоже не уверен после ваших фраз. Простите, Николай, да. У него есть право на жизнь. А это, ну, как бы, необходимо. То есть право есть, а жизни нет, да? Понятно. Голову, да? Ясно. Видите, разница есть. Право на жизнь и жизнь. Не у всех, у кого есть право на жизнь, остается жизнь. Так, значит, вы считаете, что написано, надо же применять. Вот
Собственность отношения субъекта к объективным условиям производства. Это что, ваши объективные условия производства – голова? Вы что, гвозди забиваете головой? Я бы вам советовал молоток купить. Недооценивать могу. А, извините, пожалуйста. Извините, извините. Тогда да, тогда можете. Но это еще не все. Отношение к объективным условиям производства как к своим. А что, нужно какое-то... Вот как к своим предполагает, вот я отвечаю на ваш именно вопрос, слово «как к своим» – это самое главное в этом определении. Оно предполагает общественные отношения. Значит, как к своим, значит, как не к чужим. К объективным условиям производства. То есть, если другие люди не относятся к этому, как к вашему, то это у вас не задержится. Вот как мы уже видели на этом примере, если все остальные будут относиться к этому, как к моему, то вы понимаете, дело ваше. То есть, если я скажу, что это телефон мой, пока мне не просто не скажу, не понимаете? Просто скажу, а вы так будете относиться, да, как к своему. То есть, если будут вас допрашивать или выяснять, и вообще будете говорить, да, конечно, это Михаил Васильевич, что тут непонятного? Неужели такой хороший телефон у нее, может быть? Он только, может быть, у преподавателя. И так далее. Разные есть формы. Отношения. Отношения различные. То есть отношения. Ну, скажем, как вы себе представляете становление собственности? Вот в Америку, в Америке колонисты приехали когда? Там какая была собственность? Что они сделали? Первое, что они сделали, отстреляли местных жителей. В связи с тем, что будет тут демократическое общество, надо этих всех убить, индейцев. Чтобы демократия с чистого листа начиналась. Да? Так начиналось. Второе действие. Второе действие, вот я выделил себе кусок земли, огородил и говорю, так, эта земля моя. Этого достаточно? Это владение, я ей владею. А тут вы заходите, я достаю кольт и бац. Так, кто еще будет заходить на мой участок земли? Так, вы пойдете ко мне теперь? Вот, ну и все. Это уже собственность, то есть общественно закреплено. И вот наш Павел Астахов, который у нас сопроводитель ответственный от нашего государства, приехал в Америку, хотел узнать, как там в так называемом детском доме живут наши усыновленные граждане. Ему сказали, если вы пересечете вот это, вот, то по законам штата вас могут пристрелить. И он и не стал пересекать на всякий случай. Собственность, она же не сразу вот так появляется. В Антарктиде собственность есть? Нету. Нету, поезжайте в Антарктиду, берите себе кусочек льда и там живите. Но там закреплено, что нельзя. Что? Там вообще-то собственность. Что? Существуют законные акты, где записано, что нельзя иметь собственность в Антарктиде. Ну а вы без собственности живите там, владеете? Там холодно. Это не важно, зато у вас собственность большая, много льда. И туда, вглубь. Лед – это не земля. А это вода. Воду будете потом продавать. Антарктическая вода. Думайте. На Луне пока собственности нет, но, говорят, уже начали продавать. Ну, это всякие бывает уже. Одни чудаки начали собирать на фонд помощи жертве сталинизма Шикль-Груберу. И денег много собрали, а потом вспомнили, что Шикль-Грубер, оказывается, это фамилия Гитлера. Точно жертва сталинизма. Так, значит, мы с вами попутно выяснили, что такое собственность, но у нас прямая дорога-то идет через что? Мы всего выяснили, что такое процесс и что такое присвоение. Значит, производство, есть процесс присвоения предметов природы. Предметов природы всем понятно, что такое? Это вся природа, кроме людей. Кроме людей. Мы к предметам природы не относимся. Мы животные, но не предметы природы. Мы высшая форма развития материи. Хоть тут-то мы вышли. Значит, производство есть процесс присвоения природы в рамках определенной формы общества. Какие мы знаем формы общества на сегодняшний день? Знаем мы всего 5 форм общества. Первобытно-общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, вышедшие из капитализма. Все. Поэтому не бывает производства вообще, а бывает производство в определенной общественной форме. А те отношения людей, в которые люди вступают для того, чтобы производить, называются производственными отношениями. Итак, процесс производства предметов природы в рамках определенной формы общества
и посредством нее. Вот что такое производство. То есть эта форма производства обеспечивает производство. Производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот если Робинзон Крузо вместе с Пятницей высадился на необитаемом острове, они, как вот вы и советовали, добывайте средства к жизни себе. Труд тут налицо. Они или собирают плоды, или пытаются возделывать землю, или пытаются костер зажечь и так далее, для того, чтобы приготовить себе еду. Какая у них там общественная форма производства? А нету там никакой общественной формы производства. Они выпали из общества. Поэтому тут труд есть, а производства нет. Нет. Потому что это исключительный случай, когда люди выпадают из общества. Как исключительный случай и то, что, скажем, ребенок может попасть в волчью стаю, и если он до 5 лет там проживет, то из него человек уже не получится, даже если его снова найдут. Попытаются обучать говорить, уже он человеком не сможет стать, как известно. В связи с тем, что мы дали определение производства, вопрос на засыпку. Может быть такая ситуация, когда труд не совершается, а производство идет? А? Может? А никогда почему бы и нет? Действительно. Значит, труд не совершается, а производство идет. Пример, приведите, пожалуйста. Механизированное производство чего-либо. Да. Да, вот механизированное производство. Вот, пожалуйста, стоит токарь, включил станок, настроил и ждет, когда, так сказать, он проточит, да? Потом он выключает. В это время производство идет, а он стоит. И зарплата идет ему за это время, правда? А он ничего не делает? Вообще ничего. Так, ну это такой как бы пример из области таких микроостановок. А вот так, чтобы целыми месяцами ничего не делали, а производство идет. Есть такое? Есть, конечно. А? Конечно, есть. Например, это директор фирмы месяцами ничего не делает, а производство не идет. Тоже правильно. Потому что общественная форма производства здесь построена таким образом, что он может ничего не делать, а производство идет. Но это его труд не идет. А если никакой труд не идет, вообще никакой труд не применяется, может идти производство? Нет, длительное нет. Время. А? Если никакой труд не применяется, производство не происходит. Небольшое? Не происходит. Не происходит? Если никакой труд не применяется. Нет, но происходит, то оно долго не продолжается. Это как... Сколько у вас долг? Ну, несколько месяцев может продолжаться? Под снегом. Ну, а так. Случае, может, что-нибудь значит, это был вопрос на внимательность. Значит, кто-нибудь есть тут присутствует, кто-нибудь, кто не знает, что такое озимые культуры? Озимые культуры, кто не знает? Вы не знаете, что такое озимые? Все знают. А что тогда вы? А что тогда вы отвечаете? Если вы все знают. Все знают. Что такое озимые культуры? Когда их сеют, озимые культуры? Ой, когда примерно? В октябре. И когда их убирают? В июле, да? Следующего года. А что делают в это время все с этими культурами? Ничего не делают. Ну, если, скажем, часть вот посевов замерзнет, тогда пересевают. Но это только часть. Это, не, вот это в редких случаях, когда вот мало было, малоснежная зима. Сейчас вот не такая. Кто сейчас занимается трудом на полях, где высеяны озимы. Озимы растут сейчас или нет? Производство пшеницы идет? А вы говорили, вот кратковременно тут. Ничего себе кратковременно. А вы видели озимы как растут, нет? Какая красивая картина. Мне вот довелось видеть, вот, я из Нижнего Новгорода поехал на конференцию одну в Мордовию. И вот в Мордовии такие красивые зеленые, изумрудные поля. Куда глаз только может смотреть, изумрудный. Вот такой высоты озимый, красивый. А потом их снегом засыпет, но они же растут, они закаляются, корневая система развивается, стебли укрепляются,
И яровые только-только, вот когда вы будете только сеять, то есть надо, чтобы трактора смогли выйти вообще в поля, надо, чтобы там уже влага ушла. А для растений это как раз хорошо, если влага есть, правильно? Влага ушла, и тут вы с этим с лукошком, с сеялками. Так что же вы теперь вышли тогда сеять, когда уже основная вода ушла? Поэтому, конечно, урожай озимых намного больше, чем урожай яровых культур. Яровые они называются. Не озимых. Михаил Васильевич, это же можно, наверное, почти про, ну, про многие сказать. Про что сказать? Ну, про арбузы те же. Зачем про арбузы? Давайте лучше про вино я вам расскажу. Вы и сами знаете. Вино, когда его зальют в бочки, потом его выдерживают. Правда? Сколько выдерживают? Много лет выдерживают. Чем больше выдерживают, тем больше выдержки это вино. Там 4 лет выдержки или 5 лет, 11-летней выдержки. Представляете, мужики сидят 11 лет, смотрят и не выпили. Я тоже не представляю. Это не мужики. Это не мужики, да? Это уже не мужики. Нет, это сила воли такая там у них заключена. Поэтому и ценится это вино. 11 лет не выпили это вино. Вот это да. Это люди. Поэтому и дорогое. Это касается еще некоторых продуктов. Вы примерно представляете, как сыр делают, нет? Еще делают сыр. Молоко. Правильно. Из какого? Кислого или там так, из свежего? Кислого. Кислого. А дальше что из него делают? Из кислого молока? Творог. А творог что с ним делают? Варят. Ну, да нет, когда варят, получается творог. И вот вы этот творог потом что делают? Солят? Солят. Еще что делают? Под пресс кладут. И что дальше? И он там что? Зреет. Зреет. Сколько дней должен вызревать сыр примерно? Хороший сыр. Месяц. А некоторые не удерживают. Раз его в магазин. Берите сыр. Мягенький такой, хорошенький. А он не зрелый. Поэтому где-то желтый, белый такой. Рассыпается. Потому что его не додержали. То есть время... элемент производства, то есть надо его выдержать определенное количество времени. Ну, то же самое вы знаете, что, скажем, если вы сырые грибы хотите засолить, сколько дней надо их держать, чтобы вы не отравились? А то, может, я последний раз вас вижу. Послушайте, говорю, сейчас вот сделаю я грибочки солененькие, на второй день поели. Видите, положительный ученик поделился. То есть есть такой легкий способ засолки, когда... отварили, засолили, и через 2 дня, пожалуйста, ешьте. А если вы сырые засолили? 40 дней. Там же микроорганизмы совершают работу. Это как наши механизмы, только микроорганизмы. Да. Ну вот видите. В принципе, работа. Вот, видите, то вы доказывали, что такого не может быть, когда труд не совершается, а работа идет. А теперь вы уже доказываете, что самое прям противоположное. А? А, понятно, кошки трудятся, а люди не трудятся. А вы думаете, они трудятся это? Я-то, вот до сих пор мы с вами говорили, что труд целесообразная деятельность, и что микроорганизмы себе цели ставят, да, и цели достигают. Вы что говорите-то? Но это природные действия, мы все писали с природными действиями, а, например, стало... Вот пчела, прежде чем полететь, думает, полечу-ка я за медом. Нет, за нектаром. И полетел. Шибко умный я. Да. А вы не прибедняетесь, что не знаете. Вы тоже знаете, что у кошек, собак целесообразно делиться нет. Они подчиняются инстинктам. А вот желание, стремление, хотение у них есть. Это разные вещи. То есть, что такое цель? Цель – это сознательное предвосхищение какого-нибудь результата. То есть сначала, вот Маркс говорил, что чем самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы? Тем, что пчела инстинктивным образом делает соты, а архитектор сначала строит дом в голове. Он есть уже в чертеже. И вот вы знаете, что какие бывают причудливые ветви, какие бывают... камни, какие бывают скалы, очень интересные. Но не бывает таких скал, чтобы внутри были комнаты и окна. Вот таких скал, еще со стеклом. У вас бывает все, я понял. Я знаю. Я не спорю, у вас все бывает. Красиво получается.
классический, да? Квартиру. Да, и все это называется фантазией. Вот в фантазиях все бывает. Сама же природа не делала такие квартиры. Да нет, просто... Так. Значит, мы с вами выяснили, что такое... Что? Собака находит наркотики. Она восхищает, что она получит... Ну так это называется условный рефлекс. Я хотите вам, расскажу? Две обезьяны, молодая и старая, разговаривают. Они находятся в соответствующем психологическом институте. Говорит, давай вот сейчас нажми, я тебе объясню, говорит старая обезьяна, что такое условный рефлекс. Вот я сейчас нажму на рычаг, загорится лампочка, и вот тот чудак в белом халате принесет нам банан. Это условный рефлекс. Понятно, что такое производство? Мы его, значит, не просто, так сказать, отождествляем с трудом. Это более глубокая категория, более широкая. И в то время, когда на полях ничего не делают, сейчас заключаются договоры о том, чтобы комбайны были доставлены в соответствующее место в июле. Так, правительство озабочено тем, чтобы были горючие смазочные материалы. И хотя сейчас оно не регулирует цены, а вот цены на горючие смазочные материалы регулирует и не дает возможности в период уборки урожая повышать, потому что там день, год кормит, если не будет вовремя убрано. Вот такие эксперименты проводил наше ОРЖД. Взяли и часть вагонов отдали в аренду. А потом был колоссальный урожай сахарной свеклы и не смогли вывести. Ну и сгнила эта самая сахарная свекла. Потому что это продукт скоропортящийся. Можно много убрать, мало получить в итоге. То есть на самом деле, как, почему посредством общественной формы? Потому что в то время, когда непосредственно производственная идея, труд не идет, а подготовка к, там, к совершению труда в тот момент, когда созреют уже зерновые, вовсю идет и заранее идет. Точно так же, как, скажем, бывает подготовка к отопительному сезону. Каждый к ней готовится по-разному. У нас артисты в Санкт-Петербурге в порядке подготовки 600 километров бракованных труб заложили, деньги получили. Поэтому им не холодно зимой. Но сейчас им будет уже не так тепло, когда они будут в местах не столь отдаленных находиться. Самый солнечный. А? Самый солнечный. Да. Так, вот мы знаем с вами, что такое производство. Вот общественное производство – это общественное бытие. Но мы еще не знаем его составных частей. Что такое производительные силы? А? Труд, земля, капитал, земля. Труд, земля, капитал. Нет, не труд, земля, капитал. А это А. Это рабочие, трудящиеся. Это главная производительная сила. Тот, кто приводит в движение, что? Машины, механизмы, оборудование и так далее. Вот машины, механизмы, оборудование. Земля, в том числе, это средство производства. Средство производства. То есть, есть два элемента производительных сил. Субъективный элемент – это человек, рабочий, трудящийся. И объективный элемент – это средство производства. Земля, машины, оборудование, инструменты, дороги, здания, сооружения, мосты и так далее. Все то, что необходимо для совершения процесса производства. А только общественная форма производства обеспечивает их соединение, конкретное соединение, оно по-разному совершается, правильно? Соединение работников со средством производства при рабовладении совершается так, что работник рассматривается как говорящее орудие. Вот если бы вы у меня рабыни были, я бы не спрашивал вас про этот телефон, задал, да и все. А если вы будете тут что-то там обсуждать, говорить, вы знаете, что у нас... За убийство раба никто не отвечает. Можно убить раба при рабовладении? Как это нет? Ну, чувствуется, что вы не были в рабовладельческом строе. Слава Богу. Как это нет? Ну, если мой раб – это говорящее орудие. Это же мой противник. Мы его победили в войне. А поскольку мы гуманисты, мы его не сразу убили, а разрешили ему на нас работать. Понятно? Но если он будет тут еще что-то выступать и говорить, что я не буду, тут сразу его и заколоть.
Ну, пытались, конечно, рабы выступать против этого. Спартака. Знаем мы с вами восстание? Знаем. У нас даже команда такая есть. Спартак. Так что мы знаем про владение хоть кое-что. Правда? А вот если бы вы уже были крепостной крестьянкой, вот тут уже ни в коем случае. Только вот можно отправить на сено и там плетьми бить. А так вообще убивать нехорошо. Так? Некрасов, помните, как говорил? Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сено, и там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Вам не хотите крепостной быть? Нет. А дворянкой столбовой? Вот в дворяне, если сейчас запись начать, много запишется. Некоторые у нас хотят возродить феодализм, чтобы царь был. Ну, согласитесь, что у царя лучше одежда, чем у президента, правда? Ну, что президент? Ну, такой же пиджак, как у меня. Нет. А тут, представляете, такая одежда красивая. Смотрите, как Иван Грозный ходил. Любо-дорого смотреть. И вот есть такие монархические организации, которые хотят, надо вернуть царя-батюшку на нашу землю-матушку. И начинают записывать дворяне. Вы дворянка, пойдете? Не пойдете? Пойдете. Запись идет в дворяне. Хорошо, землей вас наделим. Там крестьяне у вас будут крепостные. Так, кто записывается в крестьяне? Вы. О, ее, она будет записана в крестьяне. Сейчас мы будем конкурс. Кто берет ее в крестьяне? Все отказываются. Ничего страшного, ничего страшного. На барщину ее поработает. Всем по-другому. На сеную, в случае чего. Там, это не вы же будете ее плетьми наказывать, правильно? Мы вас пальцем не тронем, мы не тронем. Есть для этого специальные услуги за отдельную плату. Зачем нам такие, самим таким заниматься делом нехорошим? Это для пользы же вашей будет, Маша. А вы должны быть, спасибо, батюшка, за науку. Спасибо, батюшка. Вот, видите. Так. Нет, сегодня вы с самого утра, чтобы я уплотнилась. Значит, мы с вами теперь знаем, что такое производительные силы, главные производительные силы и средства производства. Субъективные и объективные составляющие производительных сил. А производственные отношения – это те отношения, в которые люди вступают, чтобы производить объективно необходимые от воли людей независящие. Это отношения, в которые люди вступают, чтобы производить. Это производственные отношения. И вот производственные отношения вместе с производительными силами образуют способ производства. Способ производства. А способ производства, который берется вместе с политической надстройкой, идеологической надстройкой, тогда уже дает формацию. Вы за формацию? Голосуйте, что ли? Я точнее, это, ну, понимаете, ну, мне кажется, вот сама по себе идея царя-батюшки, нет, дело не в этом. Назовите, как хотите, президент, генсек, еще как бы. Главное, чтобы у была вся полнота власти, вот без всякого этого разделения. Не надо, ни у какого царя нет полноты власти, это вы неправильно понимаете власть. Вся полнота власти при феодализме у феодального класса. Если царь не будет делать то, что нужно, что делает с царем феодальный класс? Я говорю, назовите как хотите. Главное, чтобы вся полнота власти, чтобы абсолютно там власти. Не бывает. Не знаете вы истории. Не бывает абсолютной власти. Кто Катю поставил на престол? Кто? Ну кто? Дворяне. Она что ли сама сделалась царицей? Она и немка вроде была. Поставили ее на наш престол. Пускай относительно абсолютно. Но главное, чтобы не было разделения на век. Да, нет, я понял, что вы хотели бы получить абсолютную власть и ни с кем не разделенную. Но это вот не бывает. Ну, не бывает. Вам не повезло. Даже в мечтаниях не получается. Итак, все должны зафиксировать, что такое способ производства. Вот способ производства – это та материальная основа, на которой базируется все остальное. Все остальное. И вот тут-то тот вопрос, который мы поставили, о соотношении бытия и сознания, вот он и встает. Общественное бытие – это способ производства или производство. Способ производства в действии – это и есть производство. А общественное сознание – это мысли, которые господствуют в обществе. Что установили Маркс и Энгельс, которые
и которому принадлежит открытие исторического материализма. Они установили, что определяющим является общественное бытие. Идеология господствующего класса является в обществе господствующей идеологией. Идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Это легко проверить. Скажите, пожалуйста, какая идеология рабов или рабовладельцев господствует в рабовладельческом обществе? Рабовладельцев. Какая идеология крепостных крестьян или дворян, помещиков, феодалов господствует в феодальном обществе? Феодальные. Какая идеология господствует в нашем обществе, которое является буржуазным? Какая идеология? Буржуазная. Нет, вот это исключение, Михаил Васильевич. Вы исключение, да. Нет, здесь же у нас вообще исключение. У нас исключение? Да, нет. Нет таких исключений. И вот есть такие наивные люди, вроде вас и Геннадия Андреевича Зюганова. Два человека у нас есть такие, которые думают, что на выборах могут победить люди с противоположной идеологией. Значит, если следовать тому, о чем гласит исторический материализм, что в буржуазном обществе господствует буржуазная идеология, отсюда такой вытекает вывод, что значит в большинстве голов какая идеология? Буржуазная. Буржуазная. Не значит во всех. Не значит во всех. Потому что буржуазное общество противоречиво. Есть рабочий класс, есть мелкая буржуазия, есть буржуазия, есть и такая идеология. А какая идеология господствующая является в буржуазном обществе? У вас вот есть телевидение? Нет. В собственности нету? А у вас газета есть? Есть газета? А, собственно? Ну, конечно. Нету. Нету. А как вы собираетесь господствовать-то? А радиостанция у вас есть? Тоже нету. Идеология. У вас информационное агентство есть? Нету. И что, вы хотите победить на выборах? Нет. Шутники. Ничего нет у вас. Так, вот представьте себе. Я, допустим, Прохоров. Можете себе представить, да? То есть у меня больше миллиарда. А вы хотите тоже собрать подписи и стать кандидатом в президенты. Как вы будете собирать? Соберете эту группу, да, своих товарищей. Давайте, идите, записывайте. А я вам расскажу, как я буду делать. Я сразу найму. Так, вам деньги нужны? Ну, 50 тысяч я вам даю в месяц. Значит, ваша задача – стоять у метро, площадь Восстания, и записывать тех, кто за выдвижение меня кандидатом в президенты. Не за меня, а за меня это отдельное голосование будет, выбирать, не выбирать. Прежде всего, надо удовлетворить требования, собрать подписи. Помните, Явлинский собирал, не собрал. А Прохоров собирал и собрал. А вы будете за метро Пролетарское отвечать. Тоже 50 тысяч. Вам деньги нужны? Не надо. Отпадает. Вам отдам 50 тысяч. Она пусть посмотрит, как вы будете кушать. И подумает о своем поведении. Так. А вы будете в метро Владимирское. А вы убьете Петроградское. Там уже оно закрыто, но собирать подписи там хорошо. И так далее. И не будет ни одного метро, у которого бы мои люди не стояли и не собирали бы подписи за то, чтобы предоставить мне право баллотироваться в президенты. Это право. А вот когда уже будет всеобщее голосование, там, конечно, все будут голосовать за кого хочешь. Для кого хочешь. А дальше будет агитационная кампания. Вот Маша будет, она, у нее будет альтернатива, кандидатура. Вот, я пойду, значит, она будет идти и клеить вот такие маленькие листочки, там будет написано, кто за Машу в президенты. Вот, а моя команда, вы будете в моей команде? Надеюсь, 100 тысяч даю. Значит, эти вот, ее листочки срывать, так, а вам, а вы будете, значит, на, вот такие должны быть у вас большие лестницы, и наверху цветные плакаты вот такие вот. Там, вот я там буду на этом плакате. Ну, видели, как Прохоров там, он за все хорошее выступал? Не видели такие плакаты? Я такие даже мне и... Я такие даже и повесить не могу, не хватает немножко миллиардов. Лозунг Маркса люди. Да, 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 да. Любой лозунг, неважно какой. Пора, дескать, пора доверить... Гегеля в массы. Пора доверить настоящим людям управление. Вот и все. Такой простой лозунг, и чтобы мой портрет был. Больше ничего не надо. И кто победит? Скажите, пожалуйста, есть хоть одно исключение из правила? Когда-нибудь на выборах противоположный класс победил? Никогда. И не может победить. Вот если он вдруг победил на выборах, это свидетельство того, что это
партия, которая называла себя партией другого класса, оказалась просто замаскированная партией этого же класса. Скажите, пожалуйста, в Молдавии коммунисты побеждали на выборах? Да. Побеждали? И чего? Никто, что-то и наши не радовались, что они побеждали. Помните, да? Воронин победил? Президент был, коммунист. Молдавия. А что вы смотрите на меня? Забыли, что ли? Как какую? Молдавия. Это наша страна, наша республика одна в Советском Союзе. Вы уже и забыли, уже списал человек Молдавию. Ничего себе. Молдавия, буржуазное время. Ну, немножко посидели там. Кое-какие, так сказать, меры неплохие провели. А в целом-то какая там была система? Ну, как был капитализм, так и остался. Так это еще лучше. Капитализм, которым правит под красным флагом коммунисты. Это красиво, да? Не просто вот красная кофточка, а еще и красный флаг, и все идут, там, идут, да здравствует капитал. Красота. И как же тогда... Да вот так. Это значит, что если при господстве буржуазной идеологии, буржуазия допускает к власти тех, кто называет себя коммунистом, значит, они не коммунисты, только и всего. Если понимать под коммунистами ту партию, которая является авангардом рабочего класса. А если самоназванцы имеется в виду, что они вот тех просто себя назвали, ну тогда ничего удивительного нет. Мы же видели, скажем, Ельцина и Горбачева. Кто такой Ельцин? Он что, вот за буржуазное общество вдруг внезапно стал выступать? А раньше он кем был? Он кем был изначально? Он был освобожденным партийным работником. Он был первым секретарем Свердловского обкома партии. Потом... Первым секретарем Московского горкома партии, кандидатом в члены Политбюро, забирался по партийной лестнице наверх. Его Горбачев оттолкнул. Тогда он по антипартийной лестнице забрался наверх и оттолкнул Горбачева. И все. Так получается, что никогда буржуа, всегда будет править буржуа? Ну, если вы надеетесь только на выборы, то всегда будет править буржуа. Ну, на выборах-то... Вот, например, был такой Альенда, вы знаете. Его даже некоторые считают героем. А на самом деле он, так сказать, можно сказать, недоучившийся политик. Вот когда вас еще не было, а я уже был, он был такой же, как вы, в таком же возрасте. У нас тут в газете «За рубежом» была огромная статья Альенда «Социализм без диктатуры пролетариата». И вот на выборах пришла социалистическая партия. Получила большинство. И что дальше? Да ничего. А государство у кого было? Чиновники какие были? Буржуазные. Армия какая была в Чили? Буржуазная, во главе с Пиночетом. Корпус карабинеров? Буржуазный. И что это могло сделать? Вот, голосуйте как хотите. Если что-то будет угрожать существованию буржуазной власти, будут другие меры применены. Они и были применены. В Чили воцарился фашизм. Фашизм – это форма, открытая форма буржуазной диктатуры. Есть прикрытые голосования, выборы. Давайте, вот вы будете голосовать, выбирать, и меня выберут, если я миллиардер. А вы знаете Милецкого? А? Знакомы уже с Милецким? С кем? С Милецким. Доцент какой-то. Он говорит, доцент, а не профессор. Милецкого. Владимир Петрович? Да. Ну, и конечно. А вот он верит в то, что только благодаря выборам мы сможем. Ну, говорят же, блажен, кто верует. Я бы хотел вас в одну аудиторию, чтобы вы совместную лекцию прочитали. Зачем нам вас там? Зачем? Ну как? Зачем? Нет, у нас так вот студенты водить туда толкают, туда. Они пускай сами думают. Формируют свое мнение. Сами формируют, да. Не мнение, а позицию. Позицию, хорошо. Зачем вам мнение? Мнение – это пустое. Вот у меня мнение, что Луны 3 километра. Ну, мне понятно, позицию свою по отношению. Вот и формируйте. Поэтому вопрос-то не о мнении, а о знании. Что мы должны знать? Мы должны знать, что определяющим взаимодействие бытия и сознания является бытие общественное. То есть какое производство, такая идеология. Но, может быть, тут известное запаздывание. То есть это нельзя примитивно понимать. Возьмем Россию в 19 веке. Все представили? Вот Россию в 19 веке. Значит, как себя ведет правящий класс? Правящий класс какой? Дворянский. Первое восстание, которое нам стало известно в 19 веке, это какое? А? Декабристов. Это какой класс? Они-то представители какого класса? Правящего.
правящего. Они, конечно, не большинство правящего класса, но они пошли на восстание и с требованием освободить крестьян. То есть выразили чьи интересы, какого класса? Прямо противоположного. То есть они как бы дальше смотрели за этот самый феодальный строй. В следующую формацию. Люди просвещенные. Причем с ними поступили очень жестоко. Одних повесили, других сослали на каторгу. И проходит сколько еще лет? Сколько лет проходит до освобождения крестьян царем? 1861. 49. Ну как же 49-то? 36. 25 сколько надо прибавить? 36 лет. Через 36 лет царь, представитель дворянского класса? Представитель. Царь вдруг указ, дескать, да, все. Освобождаем крестьян. А зачем тогда повесили? И почему не этого самого царя они повесили? Он же выполнил требования декабристов. Нет, простите. Как нет? Нет, дело в том, что и так собирались без всяких этих декабристов. Александр же первый этап уже. Кто собирался? А эти гады взяли, поставили молодых солдат. Значит, Маша, никогда не слушайте, когда вам говорят, что я собираюсь на вас жениться. Это не надо слушать. Надо по факту. Сюда брать. Мало ли кто что говорил. Важно, кто что сделал. Александр II освободил. Это вам известно. А нам это неизвестно, что он собирался. Значит, проекты можно. Я сейчас такие проекты. А если вам дам слово, вы тем более такие проекты сделаете, что все умрут. Вы считаете, что можно? Значит, вот обратите внимание. Но была для этого какая-то объективная основа для таких действий? Была, какой строй был уже к середине 19 века экономический? Производство какое было? Вот тут большой вопрос. В конце 19 века в российском обществе была большая дискуссия. Народники говорили, что у нас особый путь, что мы к капитализму не пойдем, что мы пойдем особым российским путем и так далее. А марксисты выступали за то, что у нас будет такой же путь, как и в других странах. Как только наступит капиталистическое производство, у нас тоже произойдет рано или поздно буржуазная революция. Но это надо было доказать экономически. То есть у нас в экономике капитализм или нет? Не то, что отдельные были фабрики. Можно отдельные фабрики и поставить, так сказать, в отсталой стране. А что происходило, так сказать, у нас в крестьянской глубинке, на селе? И вот вы можете открыть теперь, она доступна, эта литература, том 3. Полного собрания сочинений Ленина «Развитие капитализма в России». Когда Ленин год отсидел здесь по делу о Союзе борьбы за освобождение рабочего класса, он как дворянин с соответствующими, так сказать, соответствующим обеспечением отправился в ссылку. То есть как дворянин он пособие получал дополнительное. Когда его отцу исполнилось 16 лет, отец получил дворянство, соответственно и Ленин стал с 16 лет дворянином. И вот он там, как в аспирантуре находился в ссылке. Хуже, конечно, чем у наших аспирантов. А в известном смысле лучше, потому что аспирантов заставляет туда на лекции ходить, экзамены кандидатского минимума сдавать. Он сидел и писал книгу. И написал такую книгу «Развитие капитализма в России». Самая скучная из всех ленинских книг. Скучнее я не читал. Но тот, кто ее прочитает, никогда не забудет, как из мелкого крестьянского хозяйства, естественным путем, из товарного производства развивается капитализм. Маркс этого не написал. Маркс рассматривает в «Капитале» такой так вопрос, что, дескать, произошло огораживание, выгнали людей, овец привезли. Но кто-то должен же был хлеб добывать. Если бы во всем мире так не может быть, чтобы все выгнали всех земледельцев, тех, кто добывает себе пищу за счет возделывания земли, и пригнали только животноводу. Значит, так не могло быть. И вот Маркс просто предполагал, что сложились буржуазные условия и условия для развития капитализма. А Ленин показал, как это произошло в России. А также оно происходило во Франции, также в Германии. То есть этот процесс прослежен с такой тщательностью. Кто, у кого хватит, как говорится, силы воли, тот может прочитать. И тот, кто это прочитает, тот никогда не забудет, что из товарного производства
вырастает капитализм. Посадишь, если маковое зернышко вырастет, мак, а не ваобаб. Если вы товар посадили, вырастет капитализм. Ничего другого. Поэтому, когда товарищи, которые это не изучили, а им положено было, которые кончали высшие партийные школы, Академию общественных наук при ЦК КПСС, когда они начали поворачивать на рынок, то из этого рынка очень быстро вырос капитализм. Михаил Васильевич? Да. А когда вот сажанием этим занимались, вы говорили то же самое, что сейчас? Что-что? Когда вот сажали этот самый товар, вы говорили то же самое, что сейчас? Конечно. Безусловно. А вы очень просто возьмите мои, так сказать, на мою фамилию найдите книжки и почитайте. Или можете вот открыть видеоархив фонда Рабочей Академии. Там я в 90-м году, гораздо был моложе, выступал с тем, что вот перестройка – это контрреволюция. Когда Горбачев говорил, что это революция. Там, вот, так сказать, мое выступление в Кремлевском дворце съездов на съезде Компартии, учредительном съезде Компартии РСФСР. Ну а все ученые так делают. Все ученые действуют независимо от того, что кто скажет. Ну ученые, они чем занимаются? Ученые занимаются наукой. А наука не зависит от того, что скажет Мария Петровна. Там видео, да? Видео. Видео. Называется, наверное, «Из уроков борьбы с контрреволюцией в СССР». Материал называется. Да, в видеоархиве фонда рабочих. «Из уроков борьбы с контрреволюцией в СССР». Ну вот что мы с вами, какой интересный мы с вами сделали вывод. Мы сделали такой вывод, что когда люди говорят, а давайте честные выборы проведем. Только честные еще хуже. Часто я могу сказать, выборы нечестные. Вот вы сидите там начальником, а вас пролезли вы нечестно. А вы говорите, нет, подождите, сейчас мы сделаем вам эти прозрачные камеры, все сделаем по-честному, по-честному. Поскольку телевидение у кого? У господствующего класса. Радио у кого? У господствующего класса. Газеты у кого? У господствующего класса. У кого все основные определители воли? У господствующего класса. Давайте теперь скажем, если 80% населения или 70% населения имеет в голове буржуазную идеологию, они будут, когда голосовать по-честному, они будут руководствоваться своей идеологией или моей, или вашей, или вашей. Как же они вас сюда пустили, да, преподавать? Кто? Господствующий класс. У нас же демократия. Может, вы тоже господствующий класс? Конечно, а что, не видно, что ли, что я господствующий? Я вообще как почти как Прохор. Ну, у него побольше денег только, а так никакой разницы. И вот потом люди по-честному голосуют и получают 70% за буржуазные партии. И это где? Только в нашей стране? Во всех странах. Вот почему Соединенные Штаты Америки, если они, у которых в стране демократия, вот, допустим, я президент, а вы против меня, ну и на здоровье. На здоровье. А вот когда прилетели самолеты, приплыли корабли, налетели ракеты и разбомбили Ирак. И уничтожили какое государство? Там же государство было буржуазное, правда, в Ираке? Или социалистическое там было? Ну, буржуазное государство там было. Саддам Хусейн вам друг? И мне не друг. Кто нам Саддам Хусейн? Но это было государство, которое было сформировано на древней иракской земле. Багдадский вор. Это все старые, так сказать, вещи. Там древние цивилизации. И вот это самое государство разрушено. Когда разрушается, отбрасываются все демократические нормы. А отбрасывание всех демократических норм и переход к прямому господству, террористическому господству, мирового финансового капитала, это что? Это по определению фашизма, фашизм. Но это фашизм кратковременный и на экспорт. Внутри-то нет фашизма, внутри в Америке-то все голосуют, никто никого так не убивает, никто не гоняется на самолетах за отдельными гражданами под предлогом закрытия неба. А после этого, чем озабочены Соединенные Штаты Америки? Скорее провести выборы. Вот этих повстанцев собрать, они кто в лес, кто под дрова, братья-мусульмане там, их надо как-то сгруппировать, собрать, будут выборы, тогда задача закончена, закрыта. То же самое в Ираке, то же самое в Афганистане, а в Югославии? Нету государства Югославии, но надо провести выборы, чтобы все это оформить. Вот как только выборы пройдут, все хорошо. Тогда, значит, как бы это народ уже это оправдал, народ за это проголосовал,
Вот нам не удалось этого добиться, что я, допустим, ставлю я кому-то двойку, и чтобы народ за это проголосовал. У нас вот не получается, нет такого. Все-таки сочувствует тому, кто двойку получил. А что было говорить? Вот и хорошо, пусть получит двойку. А тут вот видите, какая история. Значит, по этому поводу есть одна очень замечательная работа. Я вам называю отдельные работы, которые вот прочитаешь, и они заменяют, может быть, сотни работ других. Вот есть у Ленина работа, специально посвященная этой проблеме. Как это можно взять власть, когда большинство не на нашей стороне? Революция. Да, ну вот там он говорит, как вот нам говорят, давайте, значит, сначала проголосуем, а потом у вас будет власть. А мы говорим, тогда мы власти точно не получим. Почему? Ну, потому, о чем мы сейчас с вами говорили. То есть мы-то считаем, чтобы удержать власть, конечно, нужно на своей стороне иметь большинство народа. Правильно? А как получить его? А это, говорит, надо взять власть и с помощью этой власти завоевать на свою сторону большинство. Вот если бы у меня власть, я бы сразу вам стипендию сделал 12 тысяч. И вы бы высказали за меня. А сейчас чего вы за меня будете высказывать? Что-то я то сказал, это не то. Маша вообще вот ей не нравится, что я говорю, я чувствую. А я бы ей раз 15 тысяч. Она говорит, молодец, Михаил Васильевич, отлично, что вы еще там говорите? Машу не подкупишь? Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? А ей просто предлагает малую сумму. А я ей 500 тысяч положил в месяц. Если она, чтобы она только не выступала против меня. И она будет помалкивать. Ах, вы негодяй, Михаил Васильевич, как вы можете так говорить? Да вы вообще... Вот видите, она сейчас выступает, потому что ей 500 тысяч я не положил. Вот. Сейчас она, пожалуйста, я не сомневаюсь. А вот как бы вы потом поговорили, я не знаю. Как одного спрашивают, вы взятки берете? Он говорит, не знаю, еще никто не давал. Очень интересно, выборы, учредительное собрание, диктатура пролетариата. И вот, говорит, мы что сделали? Землю крестьянам дали? С помощью государства, конечно. Как вы так-то дадите? Обещание только? Под обещание никто за вас не будет голосовать. Вот я вам пообещаю 500 тысяч, вы же не поверите. А когда буду давать 500 тысяч, вот посмотрим, тогда будет другой разговор. Как только будете опять против меня выступать, перестану давать. Всегда буду. Вот. Вот смотрите, она уже тише себя ведет. А еще только замаячили эти 500 тысяч. Так, раз. Войну. Кто войну закончил? Кто поставил вопрос об окончании империалистической войны? Только большевики. Дальше. Фабрики перешли в руки рабочих? Перешли. То есть с помощью государственной власти большевики привлекли на свою сторону большинство народа. А без государственной власти... Скажите, пожалуйста, а на выборах кто победил в это же время? Выборы учредительное собрание проходили в это время? Проходили. Кто победил на выборах? Большевики их поддерживали, эти выборы? Поддерживали. Участвовали? Участвовали. Кто победил? Меньшевики, ДСР, да кадеты. Так? Но большевики разве пальцем тронули хоть одного члена учредительного собрания? Кто расстрелял-то членов учредительного собрания? Фамилия? Почему вы не скорбите? Я, например, скорблю. Члены учредительного собрания голосовали за них всем народом. И вы даже не знаете, кто их убил. Колчак. А? Колчак. Колчак, вот товарищ знает. Поэтому фильм сделали, прославляется того самого Колчака. Ну, сделайте фильм, покажите, как он дал указание расстрелять этих самых членов учредительного собрания. Ну, давайте как-то в какой-то день поменем, что ли, их. Ну, что, взяли их и расстреляли. А о ком угодно говорят, а про них молчат. А почему? Белые, потому что расстреляли Колчак. То есть это вообще вещи непростые, но главный компас, какой у нас тут есть, что определяющим является общественное бытие, а в общественном бытии действуют такие крупные единицы, как классы. И интересы классов определяют ход истории, пока классы есть. Но это мы с вами будем еще рассматривать более подробные обстоятельства. А пока вы можете подумать над тем о том, кто открыл классы. Не надо скороспелых. Кто открыл классы? Уже говорили, да? Ну вот. Проверили? Убедились? Ну вот так. Тюрим, идея, Гизо. А то говорит, Марс. Что, говорит, вы с этим Марсом? Да везде его тянете. Успокойтесь, откройте Тьерри, Минье, Гизо и почитайте. Так, спасибо за внимание.